Следующая команда, которая выйдет на эту сцену, хотелось бы сказать, что это самые молодые участники открытой лиги. Хотелось бы попросить вас заранее поаплодировать. Ну что ж, друзья, на сцене появляется команда КВН. В моем квартале все спокойно. Дорогие друзья, не удивляйтесь, просто сегодня у нашей команды юбилей. Сегодня у нас 25-я игра. И сегодня каждую шутку мы будем заканчивать вот этим звуком. Что ж, на улице весна, из-под снега появились первые цветы, и кое-кто сегодня пришел с розочкой. Семен Андреевич, ну раз уж пришли с цветами, подарите даме. Девятка! Сергей Сергеевич, мне кажется, из вас скоро что-то вырвется. Да, номер. Представьте, хомячок увидел, как школьники матерятся. Наташа, вашей маме шкаф не нужен? Нет. Ну, может, кому-то в зале нужен отличный чехословацкий шкаф. Семен Андреевич, не надоели ваши подкаты, я ухожу. Наталья Константиновна, стойте. Вы вспомните, мы же вас нашли, обогрели, накормили, одели, раздели, посмотрели. Оценили, обсудили, ну и в команду пригласили. Семен Андреевич, у вас же язва, вам же нельзя острое. Ну что ж, пока у Семена не случился рецидив, давайте начинать. В моем квартале все спокойно. Погнали! Еще раз добрый вечер. Итак, представьте, что было бы, если бы Буратино верил в Бога. Че, правда? Да вот тебе крекс, пекс, фекс. Решил угарнуть. Глухой продавец черемши. Почем черемша? 50 рублей. Ну как вы узнали, вы же глухой. А что ты еще мог у меня спросить? Итак, представьте, в очень бедной семье наконец-то поклеили обои. Ну, красота! Красота? А говорили, без стен не поклеишь! Итак, представьте, Сергей Шнуров с женой только что посмотрели рекламу Аликапса. Слушай, ну, я думал, ты ЛСД перед сексом жрешь. Решил сделать сюрприз девушке, у которой одна нога короче другой. Так, дорогая, проходи, осторожно, сейчас ступенька будет. Где? Да все, прошли уже. А такие люди найдут вас просто везде. Не хотите поговорить о Боге? Весна, время призыва, и в последнее время появилось очень много организаций помощи призывникам. Но никто не знает, что там происходит. Итак, в одной из таких контор. Повторяй за мной, я дебил! Я дебил! Я не могу служить в армии! Я не могу служить в армии! Ладно, на умственно отсталого ты не тянешь. Ладно, поднимайся в 308-й, скажешь там «У меня». Есть. Лишние. Конечно. Ну что, совсем дебил? Подождите, вы очень зря так несерьезно относитесь к службе. А вы когда-нибудь слышали легенду о том, как солдаты с Богом поговорили? Однажды генерал сказал своим солдатам построить ему многоэтажный особняк и забыл про них. И чё? А они строили. Так, ну я надеюсь, это все легально будет. Ну ясен красен. Так, всем лежать, это спецназ! Ну вам, ребята, я уже никак не помогу.
Вот подошел к концу наш юбилейный вечер, и мы хотели бы закончить любимым тостом Серегиного бати. Короче, за Ильича бороться будем. В моем квартале все спокойно. А завтра в гараж пойдем с тобой. Спасибо. Ваши бурные и звонкие аплодисменты, команда КВН, в моем квартале все спокойно! Бежим дальше по просторам юмора 2-1-4 открытой лиги КВН. И следующая команда, которая выйдет на эту сцену, команда КВН, в моем квартале все спокойно! Ваши аплодисменты! Как вы знаете, недавно в оперном театре прошел скандальный спектакль «Тангейзер». Итак, представьте, режиссер этого спектакля пришел устраиваться на новую работу. В общем, вот здесь вот такая гора баб голых. Здесь монахи целуются, и тут выходят качки в коже. В общем, вот так заканчивается Ветхий Завет. Знаете, нет, это не подходит. Хорошо, есть еще одна постановка «Крещение Руси». В общем, оркеструю яму к чертям, ледяной водой заливаем. Так, подождите. Для начала давайте так. У вас есть какие-нибудь рекомендации? Рекомендации? Ну вы вот когда пить будете, вы сначала что-нибудь жирненькое съешьте, чтобы не сильно размотало. Так, все, идите отсюда. Подождите, у меня еще есть частушка. Частушка сразу нет, она у вас по-любому матерная. Ни капельки! Президент наш самый лучший, помогал он нам не раз. Защитит от бед он разных, а Обама... А, точно, матерная, да. А, слушайте, у меня еще есть отрывок моего спектакля на телефоне, посмотрите. Давайте. О, это живой человек. Скажите мне, вы занимаетесь чем-нибудь кроме этого? Ну да, я вот люблю экстремальные виды спорта. Вот недавно в Шерегеш ездил, там голый катался. А на чем, простите, на сноуборде или на лыжах? Че за вопросы, на тачке я голый катался. Слушайте, у меня еще есть постановка про насекомых «Арабская ночь». Ну давайте посмотрим. Арабская ночь, волшебный... Я так понимаю, это кокон бабочки. Ну почти, это ковер, там внутри ночная бабочка, да. Я дико извиняюсь, а что это за люди сейчас выходили? Ну так это моя труппа. Ребят, возвращайтесь скорее. Скажите мне, кто это такие? Ну, вот это Наташа, но мы ее называем немецкая техника. А почему? Она долго не ломается. А вот это раньше батюшка был человек. А почему раньше был? Ну, потому что он как-то не на день рождения все свечи задул там в церкви. А вот этот человек, это основатель фан-клуба святого мученика Бориса. А не хотите поговорить о Боре? Так, понятно. Ну хорошо, можешь идти, только в следующий раз без язычка. Так, ребят, есть что-нибудь по делу уже? По делу есть песня. Ну давайте. Красный снег, разбитый лед, на пингвинов упал самолет. Так, подождите, где вы взяли эту песню? Ну, я просто раньше работал поднимателем пингвинов. Ага, ну и работали бы поднимателем пингвинов. Подождите, есть еще кое-что. Специально для вашего театра мы подготовили серию трейлеров. Посмотрим? Посмотрим. В этом сезоне в Бердском кукольном театре. Смотрите. Поезд «Чита Нью-Йорк» прибыл на второй путь. Паровозик, который смог... Ну что, братец, давай? Давай. Братья Садомазовы. Смотри, какой у нас таксист странный, с рогами. Дьявол водит прадик. Слышь, гусь, пошел отсюда. Лебединое озеро. Дениса
Анатольевич, когда у нас дороги нормальные будут? Это очень хороший вопрос. Недавно нам выделили инвестиции, и мы скоро все залатаем. Денискины рассказы. Так, знаете, а вот это мне нравится. Я предлагаю вам всем стать моими партнерами. Что, серьезно? Да, серьезно, я один не сяду. А что мы хотели сказать этим музыкальным номером? Ходите в театры, ходите на хорошие спектакли, ну и вообще побольше двигайтесь, а то я смотрю, за зиму-то поднабрали. В моем квартале все спокойно, спасибо. So команда, в моем квартале все спокойно, ваши аплодисменты!